Всем здарова, с вами Краулер. Сегодня будет вторая серия Castlevania Simon's Destiny. Давайте загрузим. Так, самая последняя запись у нас. 20, ну, окей. Второй уровень. Чапель. Чапельник. Значит, такой чапельник. Чтобы сковородку держать, ручка, короче, отдельно от сковородочки. Так, у нас есть... Наш хлыст. Точнее, не хлыст, у нас здесь цепь. Топорики с того раза у меня остались. В принципе, пользоваться я ими не научился так профессионально. Но, слушайте, в принципе, босса победить они мне помогли. Так, мышек мы не боимся. Крест. Ого. Слушайте, вот... вот это прикольная штука. Вот это вот нормальная тема. Как бы только не просрать бы ее, знаете, не... Так, а что у нас? Увеличение. Еще круче, короче, да, стало? О, ужас, блестящий. Значит, с почкой будем бегать. Так, опустись, платформа, я тебе приказываю. Ой, чувак висит. Я спасу тебя, чувак, я срежу тебя. Может и нет. А, можно ли в колокол? Колокол можно, слушайте. Постучим в колокол. Прикольно, правда, в другую сторону, понять, ну ладно. На, туда тебе вот. Тоже? А это же мой крест, да, летит? Да, это... Я думаю, это они кидают. Но они, я смотрю, тоже могут накидать мне тут. Так, мне почему-то кажется, что платформы эти ломаются, нет? Не сломались, да? Странно. Почему-то показалось, что они разрушатся, я решил пазануть. А, кстати, никакого магазинчика не было. Если помните, в прошлый раз я просто дошел, и это все закончилось. Мясцо. Что мы теперь знаем, какие стенки нужно ломать? Есть что-нибудь в углом? Что, ну, вот это... Что такое было? Стоп. другая дверь, короче, пацаны. Я знал. Что сразу не видел, но догадался, что желтый нужен. Они там облетают. Давайте пролетайте, и мы сейчас... Оп! Так, ты давай не рычи мне здесь. Я тебе рычало порву. Какой интересно. Это что такое летит? Не знаю, но... я же вроде хотел не брать. А что произошло-то? Это открылось, что ли? Я не пойму. Что открылось-то, блин? Нажато. Давайте вернемся, что ли? Ну, желтой дверь, окей, нет. А чё тогда? Вот, пойму, я же нажал, что-то появилось же. Странно, слушайте, стенка, давайте мы ее попробуем. Нет? А, тебе. Может, здесь смотреть? Нет, ничего. А, вот, опа. Тут. Неплохо. Естественно, задрот в эту игру играл, нет? Наверное, зашло. Так. Ладно. И какой-то маленький секретик. За это. Чё за... А, это... Блин, это та штука, которая... Черепа, которые плюются. Блин, вот они кровь попортили мне в оригинале. Оригинал, я напомню, не прошел, но... Попытки были, как бы... Кстати, достаточно большое количество хаков сделано именно Castlevania, очень огромное. И мне нравится, знаете, как они делали хаки на нее? Типа, этот хак делает игру сложнее для тех, кто прошел оригинал. Типа, ну, пройдите вот это. Зачем? Я хочу что-то полегче, блин. Ну, какой-то косяк со звуком прям происходит, когда он повреждает его.
как-то мне не особо нравится. Так, аккуратненько. Кстати, сейф. Сейф надо сделать. Уже, наверное, 3 будет. Как бы. Койка занята. Так. Ножи. Да, ножи возьмем лучше, чем вода, я думаю. В принципе, здесь можно безнаказанно, наверное, идти до самых медуз. Медуз мы сейчас тактично пропустим. И завалимся за желтую дверь. Так, скопление. Возьмись. О. Обошли пикси с той стороны. Так, они нас не убивают, да? Прямо же лицо. Окей. Будем по 3 ломать. Знаете, не на медузу похоже, а на каких-то этих обезьяний рожи. Ай. Боль! Топоры, окей. Я думаю, здесь как-то бесполезно, да, бодаться с тем, что я подберу, а что нет. Я попадаю, нет? По-моему, нифига. Пониже взять, да? О, успех. Потому что надо ломать стену и искать отбивную. Чёртова темнота! Этим страдал, блин, третий Doom. Вот. Зачем же ты, игра, страдаешь этим? Понимаю, что это хоррор, да, там все дела, но черт возьми. Хоть факел дайте. О! Враги, кстати, что-то это не особо не подсвечивают. Слушайте, а он нагибается вообще, нет? Фильмон, ты не нагибаешься, да? Я, говорит, никогда не буду нагнутым. Так, вот после следующей мы сиганем, нет, не сиганем, вот после этой мы сиганем. Так, ага. Знаете, а кто? Не знаю, кто-то меня убил, я надеюсь, последнее сохранение нас. Загрузись, чувак, давай. Это здесь был, да? Ну, да. Так. Кто меня убил, я не пойму. Неужели они задели? Или кто-то сверху стоял? Кто-то сверху стоял за этим. Нельзя пройти. Еще топором в него не попал. Ну серьезно, ты что ли? Как-то. Ох уж эти бесконечные попытки, знаете, вот. По сути, это, можно сказать, читерство сохранения, да? В подобных играх. Так. Так. Да что ж ты возьми? Да дайте собраться! Пофигу! Чёртова медуза, блин. Я тебе знаешь, что своей головой бы сделал, блин? Заткнул тебе чем-то рот бы. Так, ну... Их же можно как-то про... над собой пропустить, да? Можно. И меня убивает скелет косточкой, да? Начинает похоже. Да кинь ты в них топор этот! Чёртово сердечко взять, да? Так, так. Мышь, мышь! Мышь! Ну я не могу этим не пользоваться, блин. Мы не на денде, я могу сохраняться, черт возьми. На денде нужно быть честным. Так, кто-то еще сейчас вылетит, да? Убьет нас? Так. Теперь статуи ломаются, да? По-моему, они не...
не ломались такие вот черненькие на входе-то? По-моему, не было. Так. Красный, да, ключ нужен? За звуки? Кто-то скребет. Кто-то кого-то скребет. Не понимаю. И светильники поломал уже, блин. А кто зажигает все эти свечи, слушайте, а? Вот чисто, чтобы дома осветить. Сколько надо свечей, вот? И по-любому они должны быть не такого размера там. Да, мне кажется, они двухметровые должны быть, чтобы они всю ночь горели. Они что-то возьми не бесконечные. О! Хронометр взял. Так, давай. Умирай, чувак. Это не сложно. На самом деле они всего лишь двигаются вверх-вниз. Но вот тот скелет, он как-то... Еще раз давай замедлим. И бьем тебя по-быстрому. Слушайте, по-моему, неплохо. Мне нужно перестать рандомно, блин, подбирать всякие предметы, которые, блин, не всегда мне помогают. Хотя, по-моему, вот... Откуда ты взялась? Чё ты летишь? Я сейчас Бэтменом стану, она летит прям в голову мне, блин. А, окей. Это здесь было. Ладно. Я как бы не против. Здесь так здесь. Так. Кто помнит, где я часы брал? По-моему, они на входе прям были, да? Давайте, ладно, добьем. Наверное, до сотки все-таки собираем по-быстрому. Сердечки. Это нам пригодится. Так, все собрали. Так. Сразу двоих убил. Теперь на потолок поглядывать, слушайте. Вот хронометр. Он теперь поможет. Давайте, наверное, здесь сохранимся, потому что как-то неожиданно умер, и как бы повторение мне неохота. Так, по стандартному сценарию будем действовать. Сейчас мы застопорим. Так. Вот сам пособираем. А, я увидел ее. Я вижу, где она сидит. Окей, ну давай теперь. Теперь тебе меня не убить. Давай. Оп. Как тебе нравится? Крыса. Мышь, мышь летучая. Чё, постоянно какая-то фигня. О, красненький ключ взяли, окей. Так, а нам надо было... платформы. Это... Окей, мы сделаем сейчас крутой трюк. Сейчас просто так сойдем. Еще раз, я не запомнил. Слушайте, а повреждения все-таки происходят. Ладно, давайте вернемся. Так уж и быть. Давай, платформочка, снимайся. Не играй с судьбой. Так, ну. Так, опять же здесь. Да куда я там упал-то, блин? Ладно, ладно, я понял. Мы не будем больше так делать. Надо тут пытаться достать туда, куда мы не достаем. Так. И меня повыше. Спасибо. Ну, если я не сохранюсь, я побегу сейчас оттуда, потому что я чувствую, что сейчас я не упаду. В этот раз нет. Звуки странные. Это, наверное, эти вырезаются. Медузы. Горгонидзе. А, вот тут что такое было. Так, что тут у нас? Оп!
Че? Окей. Часы как-то заглючили все это дело, но... Офигенно. Слушайте, второй раз этот трюк с шипами я, мне кажется, я не сделаю. Я не вывезу просто. Так, наверное, придется нам... Че я ломаю, блин, так? Это порчу. Так. Ну тут, в принципе, стандартно. Оп. Так, хорошо это или плохо? Я думаю, это хорошо, потому что мы сейчас накидаем этой твари. Да, в этот. Оп. Оп. Опа. Давай драться в открытую. Давай, ты умри. Слушайте, они неплохо, что они сбивают снаряды-то. Так. Можно мне отбивную? Пожалуйста, откуда эта штука летит постоянно? Деньги, это, конечно, все хорошо. Давайте опять сохранимся. Блин. Ай, это просто находка. Я не знаю, вот когда изобрели первое сохранение подобного вида, но... Это чудо. По-любому есть какой-то чувак, который все это сделал. Благодаря ему вот можем проходить игры намного легче. Мы ее сагрили, что ли? Типа она до этого была... Это нет. Нетронутый не атаковал нас. Типа стелс, что ли, какой-то могли подойти и со спины ее убить. Окей. Так. Это меня убивает жадность. То есть я сначала такие убиваю канделябрики всякие, а потом начинаю оглядываться. Типа, а чё, где происходит? Когда я уже все собрал, да? Когда меня 300 раз могли убить. Так, это не золотой подсвечник, не золотой. Так, ну пробежим здесь, в принципе, просто. А-а-а, блин. Вот нужна ли мне вода, курочка? Спасибо. Крест получше, слушайте. Сохраняться мы не будем. Я думаю, здесь будет сохранение. Так. Медузка, да? Я могу их ломать? Да, могу. Слушайте, по-моему, это намного легче будет сделать сейчас. Да ладно. Слушайте, вот самая реалистичная медуза. То есть змея с башкой, рук даже нету. Блин, своим... слушайте, это было просто, достаточно просто. Я бы даже сказал, очень просто. Ту-ту. Ту-ту. А, ну на этом, я думаю, вторая серия тоже подошла к концу, потому что... Слушайте, она была, я думаю, короче, конечно, там много, потому что я стал опытнее, достаточно быстро прошел второй уровень. Да, но думаю, будет красиво, если я каждый уровень по отдельному видосику буду проходить. Я думаю, это будет зачетно и очень удобно. Потому что сейчас я считаю, что я полноценно возвращаюсь, и хочется прям и прохождение делать, и играть, и прочее, и это хочется делать постоянно, а еще это хочется делать в компании с кем-то, я имею в виду кооператив, надеюсь, кто-то меня поддержит. Ну, собственно говоря, берем шарик, и на этом уровень заканчивается, сейчас нам отсчитают еще очочки. Вот. Я думаю... Будет третий уровень. Я сомневаюсь, что будет два босса между уровнями. Посмотрим, как называется третий. Третий мы закончим. Вот мы зачистили комнатки. Реалистичная карта. Не так много нам осталось. Бридж. Окей, мост. Ну, по мосту мы пройдемся в следующей серии. Там был Краулер. Ставьте лайки. Подписывайтесь, заглядывайте в Discord канал, если вы еще не там.
Я думаю, там вы найдете единомышленников, там можно пообщаться со мной. Я думаю, развить и как-то контактировать с сообществом через Discord. Всем успехов, всем добра!